Дмитрий Зернов отправился на фронт добровольцем после объявления частичной мобилизации. Дома его остались ждать супруга Мила и 9-летний сын Игорь. Супруг служит 6 октября, пошел простым солдатом, сейчас он уже лейтенант, отличился и в учениях, и на войне тоже. Ему дали звание на Новый год прям. Для Игоря его папа – настоящий пример для подражания. Добрый, целеустремленный, смекалистый, стремительный, настойчивый. Дмитрий Зернов – воспитанник спортивного клуба «Орленок». Стал заниматься дзюдо, когда еще учился в начальной школе и достиг больших высот в этом виде спорта. У него отец такой военнослужащий, он и дисциплина, и мать такая же, тоже характер боевой. То есть, и передалось Диме это, и когда вот были, и во время тренировок это было видно, кстати, что когда видна была его дисциплина внутренняя, при каких-то там вот соревнованиях намечались определенные, в первую очередь даже можно было не думать, что Дима он будет в первых рядах. Ну, спорт формирует человека волевым, думающим, мужественным, с быстрой реакцией. В зоне боевых действий Зернов – командир штурмовой группы с позывным «Учитель». В одном из сражений он в одиночку отстреливался от врага и спас раненого товарища. За этот поступок был награжден медалью за отвагу. Мы связались с оператором Владимиром Гриневичем, который сейчас находится в Луганске, где он совершенно случайно встретился с Дмитрием. Мы приехали к ним в подразделение. Мы снимали подготовку этих ребят, их там очень много. Вот. И что-то уже прямо в конце съемки мы что-то я так спросил, говорю, ребята, а есть кто-то Самарский или с Московской области? Как бы моя основная родина это Самарская область. И он стоял, говорит, я говорю, с Московской области. Я говорю, откуда? Он говорит, Свитова. Я говорю, ну здрасте. Ну вот земляки встретились. Ну, естественно, мы так это. Обнялись. Настоящей радостью для семьи становятся короткие телефонные разговоры. При любой возможности звонит домой или пишет. То есть у него есть связь, находит как. Вот. Но не всегда, конечно, прерывисто, но старается домой позвонить. Разлука для семьи бойца дается нелегко, но никто не унывает. Игорь, как и папа, занимается дзюдо, а в свободное время рисует. Мила Зернова пишет стихи и музыку, играет на гитаре. Недавно вышел ее альбом. Все свои песни она посвящает супругу и ждет его возвращения домой. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.